Ребят, большой всем привет. Мы сегодня собрались опять с Холдиком. Привет всем. Подраться. Мы драчуны. Вот, мы любим драться. Да. Еще, ребята, у меня для вас очень крутой сюрприз. Сегодня 20 тысяч человек без исключения получат бесплатно деньги. Вам просто нужно будет активировать промокод, который я оставлю в описании, и активировать его на сайте, который тоже оставлю в описании. Многие мне писали, когда уже будет Easy Money? Вот время настало. Погнали, покажу, расскажу, что нужно сделать. Итак, ребята, большинство моих зрителей уже давно знакомы с этим сайтом, но для новичков я должен рассказать, чтобы не было никаких вопросов. Значит, в описании вы найдете ссылочку на сайт, переходите, авторизируйтесь, потом нажимайте вкладочку «Пополнить», дальше промокоды и активируйте мой промокод, который будет в описании. 20 тысяч человек бесплатно получат монеты на этом сайте. После этого еще действует акция, естественно, для моих зрителей. Каждый десятый, кто пополнит на этом сайте баланс, он у него удвоится. Ну, к примеру, пополнит человек на 100 рублей, у него будет 200 на балансе. Пополнит он 500 рублей, будет 1000 на балансе. Пополнит 10 тысяч рублей, будет 20 тысяч на балансе. Это крутая акция, действует она для моих зрителей, поэтому по ссылке в описании обязательно переходите. После того, друзья, как вы пополнили свой баланс или активировали мой промокод, вы можете поиграть. Здесь есть несколько режимов интересных. Я вот люблю на рулетке ставить. Вот, к примеру, давайте сейчас поставлю 770 рублей, ну давайте, не знаю, ну на красную, как повезет. Если выпадет красная, мой баланс удвоится. Давайте посмотрим, какой цвет падает. Во, 1500 рублей, просто изи. И от этого пошло слово Easy Money. Вы помните, как на стриме я ставил 7000 рублей и выиграл 14. В общем, ребята, сайт проверенный, надежный, выводы приходят быстро. Ссылку оставлю в описании, не забывайте активировать промокоды. Заходите, играйте и удачи вам здесь. Короче, сегодня у нас битва сундуков. Я буду на основном своем аккаунте открывать сундуки, потому что у меня не все еще прокачано. Холдик же зажравшийся. У него аккаунт основной прокачан, и он будет открывать на своем твинке, который хайпанул. Вот, короче, ролики друг на друга мы оставим в описании. В описании, да. Не выспался я сегодня. И мы будем открывать сначала, сколько, 11 сундуков фортуны. И на так оставшиеся точно геммы мы будем открывать сундуки с молнией с надеждой выбить какую-то легендарку. Да, просто смотрите, мне не сильно выгодно, ребята, сундук фортуны очень много открывать. Тут из моей колоды зап только и сборщик. Ну, честно, такое, 14 тысяч гемов на это тратить не сильно хочу. Но 8 сундуков мы откроем. Также вот у меня здесь в магазине пакет абсолютного чемпиона. Ага. Вот, ребята, он уже, конечно, у меня есть на канале, потому что видео будут не по графику выпускаться, не в день записи. Поэтому хронология может немножко теряться, поэтому посмотрите ролик, где я открываю вот этот драфт сундук. Во-во. Да. Вот и как, да? Да. Тогда 8 первых сундуков мы открываем, и опять-таки, да, кто выиграет, тот, ну, красавчик. Вообще, да, король. Значит, ну, условия все те же. Кто больше легендарок выбивает, тот и круче. Ну, тут понятно. Да. Я просто, знаете, вот сегодня смотрю, у меня бочка прям, мне осталось чуть-чуть прокачать ее. Я хочу очень бочку. Вот повезло тебе, да, а вот мне не сильно. Ну, мы уже давно собираемся, никак не можем, чтобы совпало и там годнота, поэтому, ну, вот так вот. Я готов, поехали. Я готов, понеслась, друзья. Открываем. Итак. Мне нужна бочка, я все никак не могу хоть одну эпическую карту до 8 уровня докачать. А сейчас хоть... А, это первый твой эпик будет? Да. Ну охрененно, выпала хижина. Ну что это за бред? Где мой сборщик? Так, боленская бочка выпала, отлично. Так. О, зап. 192 штука сразу. Так, ты открыл? Да, я второй уже открываю, сборщик. А, ты прям вот так вот, да? Окей. Блин, я надеюсь, что мне хватит, сколько, 8 сундуков на бочку. А сколько не хватает карт? Ну, около... 50. 50, 8. И мушкетёров. Ну да, да, должно хватить, но... Может и западло быть. Еще бочка? Я второй открыл, ты. Ой, блин, у меня, наверное, громко. То громко. Поехали. Я уже третий открываю. Я тоже сейчас еще не открываю. Сейчас вот буду. Оп, опче. Вот так. Раз. Так. Вот релеги выполнены. Фаербольчик. Правда, он у меня уже прокачан. 2-300 золота. Блин, я от саны выпал, а. Фу, блин. Банда гоблинов. Хил и клонс. Я звук вырублю, чтобы... Холдика слушать. Так, у меня 3 открыто, холдик. Еще сколько у нас остается? 5 штук. Ну, получается, да. Блин, мне 30 штук нужно. 30 карт. 2 сундука просто просрал. Варвары. Да, я 4 открываю, падают варвары. Ну, бред вообще. Ну, как? Вообще. Но. Так, говно. Говно. Что-то вообще параша какая-то падает. В смысле? Бочка.
А, у меня еще исцеление, йоу. Блин, у меня, прикинь, у меня 4 карты выпало, ну, я вижу 4, я такой, а там 2 эпика редких разделили. А у меня комонки так разделили тоже. Я уже такой... Пятый, поехали. Поехали. О, зап, наконец-то. Так, разряд. Сборщик. Летучка. И, пожалуйста, бочку, дай бочку. Да, бочку. Темный принц, он есть у меня в колоде, отлично. У меня осталось 15 карт. 2 сундука. Давай, еще сундук. Я все-таки, наверное, звук включу, потому что без звука не так эпично выпадают легендарные карты, которых я выбил уже 6 штук. Блин. Шутка. Так, мортира. Нет, походу... Блин, сраный фаербол и сраная повозка с пушкой. Подожди, сколько мы открыли? Я, наверное, 6. Так, у меня сейчас... 2, значит. Мне больше, наверное, значит, я меньше открыл. Королевский гигант. Пацаны, что-то там будет сейчас. Опа! Гоблинская бочка Привет. Выпала. Давайте не как... падает гоблинская бочка. Кидай мне трейд, я тебе перекину. Так, последний. Ну, пожалуйста, дайте гоблинскую бочку, блин. Мне нужно две штуки по 8, по 6, 8 карт. Во. Так. Нормально, бочка. Какая Спаркина? Мне осталось 7 штук. Слушай, может, еще один откроем? Ну, давай еще один, последний. Хорошо. У меня 8000 гемов осталось. Да, я еще до этого момента не дошел, поэтому я тут пока открываю. А, ты какой открываешь? Темный принц. Смотри, мне должно остаться 48800, у меня сейчас 51. Еще 2 сундука. Давай тогда на этот... Догоняй, вот, догоняй меня, пожалуйста. Сундук, дай самую бочку, блин. Мне осталась последняя бочка. И сейчас не выпадет это мне, 100%. Торнадо, нормально. Так. Фу, наконец-таки, я прокачаю. Выпало, да? А играть-то все равно не умеет. Так я 2 на 2, все, изи бочка. 2 на 2. 2 на 2, да, а чё? Так ты теперь так. Будешь крутым напарником для кого-то, да? Конечно, да. У так. меня почти все на максимум. Получается, ты на один сундук открыл больше, да? Да. Ну, сейчас тогда. Я предпоследний, значит, открываю. Торнадо. И вот, у меня последний сундук тоже. Окей, поехали. Все? Теперь что, молнию открываем? Сейчас, да, я его открою. Да. Сейчас мне... Вот, две леги, норм. Гигантский скелет, фу, вот это последний сундук, вот это вообще ни о чем был. Так, что, теперь с молнией. Теперь, значит, у нас меняется количество сундуков с молнией, да? Сколько штук? Подожди, у меня 7300, я сейчас попробую посчитать, сколько это будет. 7300, так, 7300 разделить на тракториста, 250, 20, ух ты, 29. Ух ты. Ни хрена. Ты точно правильно посчитал? У меня-то больше гемов. А что 29, подожди. Жду. Так. А ты же все равно запутаешься. 7300 разделить на 250. 29, да. 29 сундуков? А, давай я сейчас, короче, быстренько. 250 умножить на 29. Это получается вот такая вот цифра. И минус мои гемы. Минус 48009. Ой, ну окей, пускай так будет. Короче, у меня должно остаться 40 тысяч гемов. А, ну все. Да, слушай, я теперь понял только, что по идее же с сундука с молнией падают эпические карты, я же мог их разделять. Да, 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 ты мог, зачем ты, ой, блин, я тоже забыл тебе сказать, там... Ну ладно, поехали. Поехали, я открываю. Да. Я даже не знаю, что реально просить. Я знаю. А что тебе там, нету больше таких карт, которые вот уже вот-вот-вот? Ой, как громко. Я сейчас лучше вырублю музыку и эффекты. У меня, ну, как бы палач, торнадо, но прям вот-вот-вот, наверное, таких нету. Угу. Все, что я. Все, чем я играю, у меня прокачано. Ну, слушай, короче... ну, с 29 сундуков может быть лего, я тебе говорю. Ну, да. Мне вот недавно 2 леги упало. О, ух ты! Давай быстро-то открывай. Идеальный сундук просто, смотрите, все 3 карты с моей колоды. Да, я открываю быстро. Ну, я уже 3 открыл. Относительно, я 4 уже. Так, 4. Просто я еще... даже не буду менять, ребят. Не буду менять, пофигу. Что падает, то падает. Потом а я меняю. Такое. Мне так, есть. Это пятый. Так, белый, печка. О, сборщик. Молнка. Так. Так. Так, 6. Зато я считать смогу. У меня тоже, по-моему, 6. Вот сейчас 7 буду. Так. Пускаем. 7. Пока да. Ничего интересного не выпало, к сожалению. Даже если лего выпадет, я даже не знаю, какую просить. Вот вообще не знаю. Потому что... Чё, леги, какого уровня у тебя?
Да у меня третьего максимум. Да нахер. Просто я даже не знаю, какую легу качать. Как бы у меня прям вот впритык. Но у меня только дровосекс и громовержец чуть-чуть ему. Спарки качай. У меня да. 7000 на твинке спаса спарки. Ага. Так, пропускаем. У меня 5000 гемов осталось. Я сейчас открою, скажу, сколько у меня. Так, арбалет. Ну, что-то не поклон спал падает. Ну, лол. У меня 6300. Зато летучка 10-го. Почти. 6300, да? Ага. Так, у меня 4300 осталось. Ты что-то как-то... Я ж прокручиваю. Мне есть смысл прокручивать. Чё я так просто гемы буду сливать? Ну, я согласен, да. Так, сборщик эликсира и... Оп. Палача я ставлю, наверное, тоже попрокручиваю. Возьму... Даже не знаю, что взять. Мега миньона, например. Так. Так, 4300... Где же циферка 4 в этой? Ха-ха. Принц. Так, у меня осталось 5к. Тук, 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 тук. Мне 3800. Опа, голем. Опа. Опа, лего. Ага. Опа, я заменил редкую на лего, нормально. Ракетка. Зато золото хоть копится. Да, нормально вообще. Так, скелеты. Блин, вот знаете, когда ты прокачал все, особенно обычные карты, так как бы, ну, не такое ощущение от открытия сундуков. Конечно. Как бы падает, а представь мне на холдике вот открывать, когда все эпики фулл, и ты вот... Хорошо, что твинк есть, так бы мы не смогли с тобой забатлить. Угу. Так. Сейчас будешь на твинком. Да. Всё. О, летучка до 10 уровня. Ты играешь летучкой, кстати? Или ты все своей стандартной колодой? Не, ну, в испытаниях летучка играл. Она от фаербола умирает, это аж обидно. Мега... Так, у меня 3000 осталось. У меня 4. Оп, мега миньон. Так. О, голем. Пусть ракета. 3800. Я буду медленно открывать. Так. Раз. Так. Два. Пау. Принц. Три мушки. Давайте поменяем. О, голем пусть будет. Голем топчик вообще. Надо тебе чем-то другим начать играть. Че ты целый... Сколько ты уже месяцев... Слушай, ну я 5500 с гигантом брал, здрасте. Ты что? Теперь надо 5500 с другой колодой брать. 5500, ну вот, например, с гигантским скелетом. Так, 3000 осталось. Так, эпики не... Сколько у тебя осталось? 3000. У меня 2300. Ну ты меня догоняешь уже, давай. Я помедленнее буду еще открывать. Я быстрее открываю, так. А ты в курсе, сейчас говорят каникулы в школе? Да, я заметил это. Да, сейчас каникулы, мне на стриме сказали подписчики. Я только сегодня узнал, что каникулы, думаю, у тебя же сын в школу ходит. У меня... В садик. Чё? У тебя сын в школу или в садик ходит? В садик. В садике нет каникул? Нет. Садик пашет, как говорится, дай боже. Так, и у меня осталось совсем немножко, 2 с чем-то, так. У меня 1800. Опа, драгон. Все 4 карты. Бесит. Так, надо палача, наверное, качать. Как ты вообще смотришь на палача сейчас? Вообще нормально, да, нормально. Палач. И торнадо, да? Вообще огонь, да. Потом элитных варваров и коргига берешь. Угу. Это комбо, вомбо. Еще 30 карт. Ну, серьезно, вообще это не задефать эту связку. Сразу на трешку идешь. Принц. Так, что бы взять такое? Капец. Кстати, вот что-что, а бочка вообще не падала. Я столько менял карт. Сколько сейчас у меня бочка вообще остаться? Не падает. 40700, да, должно остаться. Окей. Надеюсь, я все правильно посчитал. О, бочка. Опа. Упала. Сборщик. Мне бочка не нужна, в принципе. Так, у меня остается 3 сундука. 3 сундука с молнией. Последние. Давай, мне 4, наверное, или 5. Так, фаербол, гигантский скелет. Какого хрена вообще? Голем. Сборщик. Ну, принц. Я не понял, а где там типа лего? Да-да. Интересно, а если вот лего выпадет, вот с фортун уже шанс выше, правильно? Чем где? А, да-да. Как бы с фортуны не столько очков, не так эпично, как с этого. Охренеть. Так. Ну,
Я все потратил. Сейчас жди. Все деньги потратил. Так, лаву. Не, лава у меня есть, так. Ничего не выпало. Принцесса не нормально. Очень. О, ночную ведьму оставляем. Нормальный такой сундук. Вообще... Так, ну чё, мы три этих я выбил, как громовержца сегодня. О, блин, я вслух это сказал, да? Нет, я не услышал. Что ты сказал? Для четвертого уровня. Я ничего не говорю, я говорю, не? Бочку прокачаю до четвертого уровня. Бочку до четвертого? Ты же говорил. Да. Ну, до восьмого, ладно. Обмануть хотел. Я все открыл, честно, такой себе. Единственное, что бочку прокачал. Ну и какие-то там еще карты, может они будут... Мне сайты, осталось последнее сейчас. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так. Так. Погоди. Ага. Ждешь? Да. Это сколько зрителей сейчас ждут меня, чтобы я дооткрывал. Ну вы можете пока на мой канал перейти там. Так, 40 700 должно остаться, а сейчас осталось 40 800. Что-то я неправильно посчитал. Ну ладно, наверное, все. Наверное, да. А у тебя этот есть варварская бочка? Ты ее открыл? А, нету. Нет, я даже тоже не проходил испытания. Не очень карта, поэтому. Угу, согласен. Ну что, можешь... я, короче, прокачал даже на, может, не, на уровне 2 нет. Прокачал сборщик. Ну, в принципе, в целом доволен. Даже мегаминьон. Вот, 10 лет мне выпало. Ой. Ну, в общем, посмотрите там, может и больше. Два магнитофона, три портсигара. Да, квартира в Москве. В общем, друзья, значит, ну, честно, было прикольно. Много сундуков, я аж прям такой, аж у меня начали там, не знаю, мерещиться леги, да. Ну что, подписывайтесь, если лайков много наберете, еще запилим битву, да? Да, конечно. Ну и по традиции там в комментариях определите победителя, то так не поймешь. Все, все ссылки в описании. До новых встреч. Все, всем пока, пацаны.